совмещая приятное с полезным. Дауд Лайпанов уже 4-й год уверенно стоит на лыжах и летом очень скучает по зиме. Ведь именно сейчас он может насладиться горнолыжным спортом. В этом году ему не приходится ждать выходных, чтобы покататься. Ведь вместе со школьными друзьями каждый урок физкультуры он поднимается на склон. А еще парень хочет стать инструктором, даже закончил специализированную школу. Вот только закрепить знания на практике пока не удавалось. Но теперь у Дауда есть такая возможность. Лыжный спорт – это не только хобби, это часть жизни уже, потому что я скучаю по зиме всегда, я очень люблю лыжи. А ребятам, помогая, я, конечно, получаю удовольствие. С начала этого года занятия на трассах курорта посетили 40 учащихся Архызской средней школы. В среднем урок длится 2 часа, в течение которых ребята осваивают правила поведения на склоне, а также основы катания. Администрация курорта, а также компании-партнеры обеспечивают их снаряжением. И вот теперь под чутким руководством старших школьников, которые уже не в первый раз стоят на лыжах, ребята самостоятельно спускаются по горнолыжным трассам, закрепляя полученные ранее знания. Сначала нам дали 2 инструкторов, и мы катались на зеленой трассе. Мы несколько дней на ней катались. Но у нас инструкторы менялись каждый раз. Мы ездим на лыжи вторник и четверг. Вот. Они менялись, а так было интересно, весело. Там нас многому научили. Были те, которые ни разу не становились на лыжи. Их тоже научили, да. Из нас есть те, кто очень хорошо катается, они тоже нам помогали. Как отмечают инструкторы, у многих из ребят серьезный спортивный потенциал, а также возможность самим преподавать. В этом году это первые в зимнем сезоне бесплатные уроки для школьников по горнолыжному спорту. Общеобразовательное учреждение Зеленчукского района уже в 4-й раз участвует в таком проекте. И с каждым годом число участников только растет. Мария Репала и Варвара Нуков, Архыз 24.